Радиостанция «Одесса Мама» представляет. Программа Степана Субботина «Душевная волна». Фестиваль состоялся. Да здравствует фестиваль! Фестиваль «Душевная волна» неоднократно принимал артистов из Германии. Робик Черный, автор, исполнитель и продюсер из Дюссельдорфа, был почетным гостем 4-го международного песенного фестиваля «Душевная волна», состоявшегося в Одессе в 2013 году. А в 2011 он был одним из членов жюри 3-й «Душевной волны». Робик Черный родился в Ереване. Первые песни начал писать в 16 лет под влиянием творчества Владимира Высоцкого и Александра Галича. В 1999 году после службы в армии Робик участвует в создании группы «Острог». Альбомы группы «Острог» записывались и аранжировались в Ереване. В 2000 году вышел первый альбом под простым названием «Я живу в Армении», который был издан одновременно в Америке, Канаде и Армении. В 2003 году Робик Черный эмигрировал в Германию. Здесь он много работает как автор для многих известных исполнителей и продолжает записывать свои новые песни. Так, в 2009 году Робик Черный завершил работу над своим альбомом «Червовый блеф» по мотивам произведений известного одесского журналиста, писателя и поэта, а в прошлом карточного шулера Анатолия Барбакару. Позднее, в 2012 году, Робик записывает еще один альбом по произведениям Анатолия Барбакару «Как карта ляжет». Анатолий Барбакару так отозвался о творчестве Робика Черного: «Тронут отношением Робика к моим книгам, да и ко мне самому. Робик удивительный парень. Удивление вызывает уцелевший в нем ген душевной чуткости, преданности, готовности в любой момент включиться в проблемы тех, кто ему дорог. Мне повезло оказаться в их числе». Встречайте, почетный гость 4-го международного песенного фестиваля «Душевная волна» Робик Черный с песней «Дядя Сема». Пойдем на выпить шкалик или просто покурить. На месте узнаем там про все мы. Кого менты закрыли, кого пора грузить. Встречаемся 4:30 у Семы. Сапожник дядя Сема все скажет нам про всех. Кто в твиньку закатал, кто хапнул лишку. Ну а после симпозиума и пропустить не грех хорошего армянского винишку. Встречаемся у Сёмы. Я Сёме передам. Вы, если что, товар оставьте Сёме. У Сёмы информация. Я завтра буду там. Скажите, сны спалился на лосьоне. Завалена малина, спалили опера. Опять пошли ментовские обломы. Какая гнида скурвилась, продалась кучерам. Спросите у сапожника, у Сёмы. На все вопросы Сёма толковый даст ответ. Он вывернет вопрос вам наизнанку. И худшего проклятия, увы, на свете нет, чем больше не ногой на молдаванку. Так, значит, все у Сёмы. Ключи оставьте там. Я долг вернула. Знаю, был у Сёмы. Скажите, дядя Сёма, а были ли вы там? В Одессе гость залётный, с чернозёмья. Оба! Проносятся моменты, проходят времена. Стираются из памяти и даты. Забыты безвозвратно уж многих имена. И жизнь совсем другая, чем когда-то. Стучат с утра костяшками соседи в домино. А дядя Сёма он не играет. 7-й десяток стукнуло, и жизнь он как кино. Покадрово, наверное, вспоминает.